Всем привет! Сегодня второй день евразийского покерного тура в Сочи, казино и курорт. Серия проходит при поддержке покерного рума «Покердом». За три недели, предшествующие началу серии, на «Покердом» были разыграны 66 билетов на главный турнир EAPT с боином 1000 условных единиц. Тебе не кажется, что плакат слишком маленький? Да. И я маленький. Но здесь я еще был с банками, я сейчас 3 месяца в зале не был. А сейчас вынужден ходить в пиджаке, потому что банок нет. Ну, конечно, то, что происходит сейчас, мы уже видим, что перспектива просто потрясающая. Мне не нужно рассказывать, какой ажиотаж вокруг этой серии. Вы об этом говорите, пишете, показываете. Да и все люди, кто хоть немножко интересуется покером, в курсе о том, что здесь происходит. Поэтому перспективы самые потрясающие, самые прекрасные. И повторяться смысла нет. Мне очень понравилось, я Артура благодарил, говорю, что вот то место в России, которое, оно должно было где-то возникнуть. В целом мне как бы по обстановке и по атмосфере вообще все нравится, вот. Сейчас ждем очередь и будем выигрывать турниры. Очень радует, что очень много. Я думаю, будет очень богатый турнир, будет много впечатлений, будет хорошая игра. Мне очень нравится, очень хорошее место, все здесь красиво, как в Лас-Вегасе, претенциозно даже я бы сказал, вот, и много людей, и мне непонятно только, где все усядутся, потому что очень много людей. Прохладно, но прекрасно, народу очень много, вот, настроение вообще позитивное. Это феноменально. И это место, само казино, когда ты там выходишь, подсветка, потрясающий балкон, да, несмотря на то, что дует, да, ну это просто дует. Очень все красиво, хорошо, но есть куда расти.